преддверии 300-летия подразделений по вопросам миграции в Большом зале УМВД России по Тверской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации девушкам и юношам, достигшим 14-летнего возраста. На встрече присутствовали сотрудники подразделений по вопросам миграции, председатель общественного совета при УМВД России по Тверской области Лидия Туманова и родители ребят. Главный документ вручал начальник регионального МВД, полковник полиции Петр Пырх. Гости церемонии произнесли добрые слова напутствия и рассказали ребятам об истории возникновения паспорта, а также о правах и обязанностях владельца этого документа. Торжественное мероприятие уже стало традицией. Его главная цель – воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, формирование уважительного к ней отношения, а также развитие патриотизма у юных граждан России. Для гостей мероприятия была организована экскурсия по управлению МВД России по Тверской области и представлена музейная экспозиция. В завершении торжественного мероприятия была сделана памятная фотография. На своих экранах вы видите человека, задержанного по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот гражданин подозревается в кражах имущества граждан на территории города Твери. Если вы пострадали от противоправных действий этого человека, позвоните по указанным телефонам 42 27 10 и 8 910 838 57 68.